В Актауской колонии обрушилось общежитие. Под завалами погибли трое заключенных. Еще четверо находятся в больнице. Смертельная авария в Алматы. Байкер на полном ходу сбил семью. Женщину спасти не удалось. 6-летний ребенок в реанимации. Жители Алматинской области отказываются выбирать сельского акима. Говорят, от местных чиновников нет никакой пользы. Зачем он нам нужен вообще? Мы сами себе акимы здесь. Обряд жертвоприношения в онлайн-формате, закрытые рынки и никаких коллективных молитв. Казахстанцы отмечают Курбан-айт на карантине. Сегодня мы так замучились, туда-сюда ездим. О главных событиях в стране и мире расскажут вам корреспонденты КТК и я, Камила Жусупова. Добрый вечер. Специальная комиссия проверит техническое состояние всех зданий в колонии строгого режима Актау, где накануне обрушилось общежитие. Полиция уже завела дело по статье «Недоброкачественное строительство, повлекшее смерть людей». По завалами погибли трое заключенных, еще четверо находятся в больнице. В реанимации один человек, у него переломы рук, ног, сотрясение мозга, повреждение легких, скопилась кровь. Из-за того, что на него упало что-то тяжелое, состояние тех, кто находится в травматологии, нормальное. Расследование случившегося находится на особом контроле Министерства внутренних дел. В момент ЧП внутри общежития находились 11 осужденных. Трое из них погибли на месте, остальных доставили в больницу. После осмотра медиками четверых вернули в колонию. Их состояние не вызывает опасений. Еще трое сейчас в отделении травматологии с различными переломами. В тяжелом состоянии один заключенный. Он в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что здание было построено 45 лет назад, но что стало причиной обрушения, сейчас выясняет специальная комиссия. В КУИС говорят, что семьям погибших и пострадавшим оказывается помощь. Сами родственники требуют найти и наказать виновных в трагедии. Он пришел в колонию на своих двух ногах. Скоро должен выйти на свободу. Зачем сажать людей в учреждения, которые не отремонтировали? В морге сейчас один из Кызылорды, один из Актобе и вот наш из Мангистау. Смертельное ДТП произошло в самом центре Алматы. Мотоциклист на полном ходу сбил женщину с ребенком. Спасти 45-летнюю алматинку врачам не удалось. Она скончалась в реанимации. По словам очевидцев, поздно вечером семья из трех человек перебегала дорогу в неположенном месте. В это время по улице Сатпаева ехал мотоциклист. Затормозить водитель не успел и сбил пешеходов. Серьезные травмы получила женщина и 6-летний ребенок. За жизнь мальчика сейчас борются врачи. Малыш находится в реанимации. Госпитализация понадобилась и 59-летнему водителю байка. Полиция сейчас выясняет все детали аварии. Мусульмане всего мира отмечают главный религиозный праздник года – Курбан-айт. Однако из-за ухудшающейся ситуации в стране вот уже второй год подряд традиционные молитвы и обряды проходят онлайн. За ходом жертвоприношения сегодня в Нур-Султане удаленно наблюдал и верховный муфтий страны. Чтобы избежать традиционного скопления граждан на скотном рынке, в духовном управлении мусульман создали специальный сайт. Там верующие могут, не выходя из дома, оплатить процедуру жертвоприношения, направить мясо нуждающимся и получить фотоотчет. В этом году онлайн-обряд заказали свыше 2500 казахстанцев. А вот с просьбами получить мясо на сайт обратилось почти в 3 раза больше граждан. В духовном управлении рассказали, что заявки в каждом регионе обрабатывают в специальном оперативном штабе. Его члены будут не только следить за процедурой жертвоприношения, но и распределять мясо. В целом же идею проводить такой обряд онлайн духовенство одобряют и даже предлагают проводить его так круглый год.
Онлайн-жертвоприношения пользуются спросом, поэтому мы хотим сделать их на постоянной основе. Не только во время Курбанайта, но и на протяжении всего года. Подобный опыт уже зарекомендовал себя в Арабских Эмиратах, Малайзии и Саудовской Аравии. Заказывая жертвоприношения через сайт, граждане не тратят свое время, ведь услугу можно заказать и оплатить. В то же время нуждающиеся казахстанцы могут в любой момент получить жертвенного мяса. К верующим сегодня присоединились и первые лица страны. С добрыми пожеланиями казахстанцам обратился Нурсултан Назарбаев. Он отметил, что Курбанайт является символом мира, согласия и призывает к единству и уважению разных религий. С главным мусульманским праздником поздравил граждан и Касым-Жомарт Токаев. Также глава государства, не нарушая установленных правил, заказал традиционный обряд на специальном сайте. Сердечно поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбанайт. Он превозносит такие благородные качества, как милосердие и сострадание, добро и человеколюбие. Ислам, тесно вплетенный в наши традиции, одна из главных ценностей, способствующих усилению духовного единства страны. В эти дни мусульмане совершают жертвоприношения, помогают обездоленным, заботятся о нуждающихся. Они с верой в сердце возносят просьбы о благополучии в семье, мире и спокойствии в стране. В регионах обряды жертвоприношения сегодня прошли в условиях жесткого карантина. В Актобе, например, работал лишь один убойный цех, а все его сотрудники были обязаны сдать ПЦР-тест. В Шымкенте полицейские патрулировали даже частный сектор, чтобы не допустить нелегального забоя. В Алматы и вовсе действуют санитарные посты. Завозить животных в город категорически запрещено. О празднике с ограничениями расскажут репортеры КТК. Рынки на территории Алматы закрыты, поэтому горожане отправились за жертвенным животным в пригород, где торговля разрешена. Уже в области на базарах наблюдается ажиотажный спрос с 8 часов утра. Продавцы говорят, только за первый час работы разобрали около 40 голов скота. Цены варьируются от 30 до 45 тысяч тенге за барана. Я купила, уже режут. Я поехала в Каменский базар, они мне сказали, что здесь продают. Я приехала сюда, я не знаю, разрешено, не разрешено. А где нам брать? Почему такие условия создали? Ужасные. Могли бы разрешить, это же положено. Сегодня мы так замучились, туда-сюда ездим. В Алматы действуют строгие ограничения. Запрещена работа убойных цехов, поэтому многие сегодня заказывали обряд жертвоприношения онлайн. Для этого нужно было подать заявку на специальном сайте. В духовном управлении мусульман Казахстана заявили, что планируют принести в жертву около 5000 животных по всей стране. В Алматы за порядком следят специалисты ветеринарной службы и полицейские. Говорят, нарушителей выявляют, но строго не наказывают, лишь делают предупреждение. На территории города есть определенное количество мечетей, медресе, рынки. Каждый инспектор отрабатывал по своему району, по своему участку. То есть велась разъяснительная беседа в составе рабочей группы. Специалисты ветеринарной службы вместе с полицейскими уже несколько дней круглосуточно дежурят на специальных постах. Следят, чтобы в город не завозили скот. Сегодня они обижали мечети, места забоя и базары. Зарегистрировано одно нарушение в частном секторе. Также горожане пытались завести в Алматы около 2000 мелкого рогатого скота и 36 крупного. Их выдворили обратно в область. Жители Шымкента в Курбанайт оказались в сложном положении. По всему городу дежурят полицейские. Они тщательно следят за точками продажи скота и местами забоя, куда обычно приходят десятки горожан. Патрули выставили даже перед воротами частных домов, где раньше без труда можно было купить баранов в любом количестве. Сегодня же жителям города крайне сложно приобрести даже одно животное. Покупатели не подпускают к нелегальным продавцам. Те, разумеется, тоже в проигрыше. Они не ожидали, что останутся без прибыли в такой день. Ведь, как правило, в каждый Курбанайт клиенты выстраивались в огромные очереди. Желающих совершить обряд жертвоприношения и сегодня немало. Люди пытаются разными способами купить живой товар. Но это, предупреждают санврачи, грозит серьезной ответственностью как для покупателей, так и для предпринимателей. Если мобильная группа зафиксирует нарушение, все дела будут переданы в управление по санэпидконтролю. Затем специалисты оформят штраф согласно административному кодексу по статье 425, часть 1. Физическому лицу грозит штраф до 30 МРП, а индивидуальному предпринимателю до 230 МРП.
На данный момент в Шымкенте в местах потенциальной продажи баранов дежурят больше 60 полицейских. Усиление будет действовать в городе еще 2 праздничных дня. Забой скота в Шымкенте разрешен только в 6 местах. Тем же, кто не успеет туда попасть, придется воспользоваться онлайн-заказом. Эпидситуация в мегаполисе слишком нестабильная, чтобы позволить горожанам свободный выбор, объясняют санврачи. А как провели этот день верующие на западе страны, расскажет Динара Уркумбаева. Из-за непростой эпид-ситуации жителям Актобе категорически запрещено проводить массовые праздничные и семейные мероприятия, в том числе на дому. Поэтому, несмотря на Курбанайт, в городе сегодня тихо, на улицах почти безлюдно. Достаточно оживленно лишь в единственном убойном цехе. Санврач региона еще задолго до праздника вынесла постановление о запрете работы скотофуражных рынков в дни Курбанайта. Убой скота разрешен только в этом месте, на окраине города. Допустили только тех, у кого есть ветеринарный сертификат. Еще одно обязательное условие для сотрудников цеха – отрицательный результат ПЦР-теста на ковид. За всем этим следят медработники, которых тоже задействовали. В таких жестких условиях разделывать жертвенную скотину, кажется, приходится впервые. Теперь главное, говорят, успеть выполнить все заказы, а их сегодня сотни. На сегодняшний день нуждающие списки заявки поступили более 600 человек. А также, которые дают заказ на жертвоприношение, более 50. Поэтому мы постараемся уложиться всем, как бы раздать, успеть. Тем не менее, в этом году желающих принести в жертву скотину гораздо меньше, говорят имамы, и связывают это с ценой. Стоимость барана по сравнению с прошлым годом выросла в 2 раза. За молодое животное сейчас просят самое меньшее 45 тысяч тенге. Барана покрупнее можно купить и за 80 тысяч. К слову, все эти дни все городские мечети тоже закрыты, поэтому верующим айт-намаз тоже придется читать дома. Все это, повторюсь, сделано для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Тем более наш регион продолжает пребывать в опасной красной зоне. Как встретили Курбан-Айт в разных уголках страны и во сколько обошлись казахстанцам жертвенные бараны, рассказали репортеры КТК. В Казахстане резко увеличилась смертность от коронавируса и пневмонии. Только за сутки умерли 78 человек. Днем ранее эта цифра была на 30 меньше. А вот число новых случаев заражения стало снижаться. Сегодня статистику пополнили 4889 человек. Что касается пневмонии, то ее диагностировали у 25 казахстанцев. Первенство по количеству инфицированных по-прежнему у Нур-Султана. В столице 1282 новых пациента. В Алматы плюс 629. В Шымкенте 388 заболевших. А теперь посмотрим данные по регионам. На востоке страны положительные ПЦР-тесты получили 95 жителей. В Алматинской области ковид выявили у 147 человек. Чуть меньше заболевших в Костанайской области. Региональный рейтинг возглавляет Шахтерский регион. За сутки 690 новых случаев. В Павлодарской области коронавирус подтвердился у 179 человек. 88 инфицированных в Актюбинской области. И это наименьший суточный прирост по стране. На карте Казахстана осталось всего 2 желтых пятна. Сейчас в этот цвет окрашены только восток страны и Туркестанская область. Эпидситуация ухудшилась в Жамбылской области, и регион перешел в красную зону. Накануне там зафиксировали резкий рост числа зараженных. Суточный прирост увеличился сразу в 2 раза. В итоге напряженная обстановка с распространением ковида сохраняется в столице, Алматы, Шымкенте и еще 12 регионах.
Столичные полицейские не будут наказывать женщин, напавших на сотрудников Минздрава. В департаменте полиции сообщили, что заявления потерпевшие не писали, а значит, никаких оснований для проведения проверки у них нет. Громкий во всех смыслах инцидент произошел накануне, когда к активисткам вышли вице-министры Жандос Буркитбаев и Ажар Гиният, а также официальный представитель главного санврача страны Ержан Байтамаев. Женщины, в основном многодетные матери, пришли в министерство, чтобы потребовать отмены обязательной вакцинации. Вот только чиновники не успели даже усадить их за стол переговоров, как те стали кричать, а затем и вовсе набросились с кулаками. Под горячую руку возмущенных активисток попала и девушка с инвалидностью. Сотрудница общественной приемной Минздрава как раз и встретила разъяренных посетительниц. В самом Минздраве ситуацию прокомментировали сдержанно, заявив, что всегда готовы к открытому диалогу. Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать прививки от коронавируса беременным и кормящим матерям. Как уверяют специалисты, будущие мамы тяжелее переносят болезнь, поэтому эксперты отнесли их ко второй группе для приоритетного вакцинирования. Активно призывают делать уколы здоровья власти разных стран, и все для того, чтобы избежать новых ограничений. О том, как продвигается глобальная кампания по иммунизации населения планеты, расскажет Альбина Унербаева в нашей рубрике «Привит мир». До открытия игр в Японии осталось всего 3 дня. В олимпийской деревне коронавирус обнаружили у 71 человека. В списке зараженных есть спортсмены из США, Уганды, Чехии, Израиля и Сербии. Все участники, которые подхватили вирус, сейчас находятся на карантине. А контактных попросили временно не выходить из номеров. Но власти считают, что это не помешает проведению соревнований. По сравнению с прошлым годом, в отношении борьбы с пандемией мы добились серьезного прогресса. Так или иначе, вакцинация идет полным ходом. С этим контекстом мы и проводим в Токио Олимпийские игры. Да, на играх не будет болельщиков, но миллиарды людей по всему миру будут следить за трансляциями турнира. Темпы вакцинации в Японии выросли. Прививку сделали почти каждый 5-й житель страны. Ухудшается эпидситуация в Грузии. Число заболевших за последние сутки выросло в 3 раза. Премьер-министр призывает народ вакцинироваться, иначе страна не выдержит новых ограничений. Он сообщил, что в наличии есть 1,5 миллиона доз, но процесс иммунизации идет слишком медленно. Всего в Грузии вакцинировано только 10% населения. МВД активно участвует в процессе вакцинации. Как сотрудник патрульной службы я тоже сделал прививку и чувствую себя хорошо. Призываю население последовать нашему примеру. А вот врачи в соседней России заявили, что страна достигла коллективного иммунитета в 60%. Однако, чтобы вернуться к прежней жизни, антитела должны быть у 90% населения. Сейчас привито больше 21 миллиона россиян. И чтобы темпы вакцинации не замедлялись, общественники предлагают ввести наказание для тех, кто призывает отказаться от укола. Прервемся на рекламу и сразу после продолжим. Будьте с нами. Жители села Каратубе Алматинской области устроили митинг. Люди отказываются голосовать на предстоящих выборах сельских акимов. Уверяют, что от местных властей нет никакой пользы. В аул до сих пор не провели питьевую воду, газ и интернет. В поселке нет медпункта и детского сада. Добиться помощи от чиновников сельчане не могут, поэтому уверенный новый аким тоже не решит их проблем. С недовольными встретился Денис Брагин.
Единственный избирательный участок в поселке Каратубе в воскресенье, вероятно, будет пустовать. Люди отказываются идти на выборы сельского акима. Говорят, от местных чиновников уже много лет нет никакой помощи. А между тем поселок утопает в проблемах. Сегодня утром жители вышли на улицу с плакатами и устроили митинг. Ничего нет у нас здесь в поселке. Ни воды, ни газа, ни дороги, ни садика, ни медпункта. Ничего нету. За что голосовать акимом? За что? Зачем он нам нужен вообще? Мы сами себе акимы здесь. Понимаете? Сами себе вот строим, сами себе дорогу делаем, сами себе воду таскаем вот с артизанки, вот где военный городок здесь. Свои проблемы сами решаем. А зачем нам аким? Раньше районных и сельских акимов назначали депутаты маслихатов. Теперь правом голоса наделили местных жителей. Всего по стране свои кандидатуры выдвинули больше 2500 казахстанцев. 878 из них представляют политические партии. Остальные, и таких большинство, самовыдвиженцы. По Карасайскому району только в этом году, только в Ельтайском сельском округе идут выборы. В нашем округе, получается, с 25 мая вышел приказ, что акимов сельских округов, районов будет выбирать само население. Сейчас вот в данный момент с 15 числа идут агитационные работы кандидатов. На данный момент сейчас три кандидата есть. Все три имеют стаж на государственной службе, на руководящих должностях. В этом году в бюллетенях для голосования появилась новая графа «Против всех». Возможно, ею и воспользуются жители поселка Каратубе. Но для этого нужно прийти на участок в это воскресенье. Всего казахстанцам предстоит выбрать 729 сельских акимов. Денис Брагин, Алмаз Нурдос, КТК, Алматинская область. Мемориальный комплекс, установленный на могиле прославленного акына и борца Балуана Шолака, пришел в запустение. Сельские власти в Акмолинской области никак не могут найти денег, чтобы проложить к нему дорогу. Да и сама стела уже начала осыпаться. Внуки Шолака просят чиновников вмешаться в ситуацию. Могила нашего деда Балуана Шолака находится всего в 5 километрах от села, но все эти 5 километров – очень трудный путь. Балуан Шолак – гордость всего казахского народа. Неужели нельзя сделать все по-человечески? Мемориальный комплекс установили в 2005 году на могиле Балуана Шолака. Это был подарок в честь 140-летия великого предка. Сельские власти тогда обещали проложить асфальтированную дорогу. Вот только сделано это не было. Внуки акына говорят, что просили чиновников о помощи неоднократно, но вопрос так и не решился. В районном акимате уверяют, что сами расстроены таким положением дел. Стела, на которой изображены силуэт батыра, дамбра и родовой знак воина-защитника, настоящее произведение искусства, и они бы рады его охранять. Вот только в местной казне нет денег, поэтому чиновники просят выделить средства из республиканского бюджета. В этом году разрабатывается проектно-сметная документация. Даст Бог, документ будет опубликован до конца года. Пока затрудняюсь ответить, о какой сумме идет речь, но комиссия уже начала работать. В Акмолинской области разразился скандал из-за сельского водопровода. Дорогостоящий бюджетный проект завершили еще в прошлом году, но перебой с водой то и дело происходит. Люди каждый день возмущаются, чиновники при этом обещают устранить неполадки. Елена Назирова с подробностями. О том, что в село Ангал-Батыр провели новый водопровод, жителям напоминают лишь глубокие ямы. В них часто падает и гибнет скот, да и людям ходить здесь опасно, говорят местные. На прокладку труб потратили 447 миллионов тенге, но вода в дома поступает с перебоями. Рядом же колодец на полметра ниже земли. Вот туда, если сочная вода попадет, зимой все опять льдом возьмется и замерзнет. Потом я сказал, говорю, вы давайте это... Засыпьте, там люди ходят, скот ходит. Несколько километров трубопровода и насосную станцию возвели по госпрограмме за 7 месяцев. Воду подвели, говорят жители, и к пустующим участкам. Но в итоге ее не хватает даже местному медпункту. Набираем воду со скважины у соседей, потом, получается, наливаем в чайники и как, ну, наливаем... В умывальник, да, и моем руки. Но пока то, что довели нам только до фундамента, воду
но сейчас нету пока. Обращались в Акимат, ну, в Совет Старейшин, но пока результата нету. Но обещали пока. Медпункт без воды. Медпункт в данный момент без воды, да. Воды часто не бывает, часто. У нас есть местный чат, там если туда зайти послушать, у нас день через день хайвать то свет, то почему вода. Нету, да. Воды? Теперь эту воду сдали, приемку сделали якобы. И вот началась проблема. На сегодняшний день только 50%, если есть, хорошо подключились. Остальные, кто-то, у кого-то денег нету, кто-то боится, потому что если 100% подключится, дальше будет эта вода или не будет? Доверие. Доверия, говорит, нету. Подрядчик утверждает, что работы были выполнены в полном объеме. И когда принимали объект, нареканий не было. Позже, правда, выявили дефекты и должны устранить, поэтому у сельчан, считают в Акимате, нет повода для беспокойства. Все работы выполнены согласно проектно-сметной документации. Все выявлены дефекты на сегодняшний день. По всем дефектам направлены письма подрядчику в рамках гарантийных обязательств об исполнении. Подрядчики устраняют. Та же самая просадка, она же естественная. Они в прошлом году копали, чуть-чуть влага пошла, дожди, она просела, это естественно. Неполадки с водопроводом должны устранить в ближайшее время, пока же люди предпочитают пользоваться старыми скважинами. Елена Назирова, Айзат Дуйсен, Андрей Щитинин, КТК, Акмолинская область. Синоптики распространили штормовое предупреждение для жителей сразу 8 регионов. На юге, востоке и западе страны ожидается дождь, гроза, а в некоторых районах пройдет град. При этом в северных областях будет очень жарко. Воздух прогреется до 37 градусов. Сейчас смотрим точный прогноз для каждого города. Новая линейка бытовой техники «Атлант». «Атлант» – талантливая техника. Экономичность, вместительность, долговечность, инновационность. Новая линейка бытовой техники «Атлант». «Атлант» – талантливая техника. Это все новости на сегодня. Далее в эфире заключительная серия криминальной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина». А я и информационная команда КТК прощаемся с вами. До завтра. Приятного вечера.